Новому питомцу карагандинского зоопарка, рысе по кличке Муся, всего год. Известно, что рыжего котенка ее бывшему владельцу подарили российские друзья. Почти год он жил в частном доме в Астане, пока мужчина не понял, что пора с ним расставаться, и определил его карагандинский зоопарк. Примечательно, что в местном зоопарке об этом животном мечтали уже более 10 лет. За это время они уже успели приспособить пустующий вольер под медвежью берлогу. Сегодня же, признаются зоологи, вольер снова используется по его прямому назначению. Сотрудники карагандинского зоопарка надеются, что новая кошка станет местной звездой, потому спешат поменять ее имя на более презентабельное, нежели Муся. Все свои варианты каждый желающий может приносить в карагандинский зоопарк. Победителя ожидает приз.